Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Ну, пару слов о текущем моменте. А текущий момент у нас крайне веселый. Так, это вот я спецом повесил, чтобы солнце отбивал. Веселый в связи с тем, что на саммите БРИКС, если кто внимательно следит, бортанули Китай. Это значит, что приходит время, сами понимаете. Если Россия ложится под Штаты, бортанула она Китай, то китайские дешевые товары скоро начнут исчезать. И экономика, которая тут построена на китайском экспорте и прочем, начнет. Ну, она уже загибается, но ей приходит, в общем-то, неизбежный логичный трантец. Плюс испорченные политические отношения с Китаем. А они испорчены в том числе и по вине Китая, как ни странно, потому что Китай абсолютно занял скотскую позицию, ни шагу назад, никаких уступок, то есть не гибкую, наглую, экспансионистскую и так далее. То есть Китай превыше всего. Ну, собственно, я всех поздравляю, то, что должно было случиться, случилось. И в свете приближающегося солнечного затмения во Льве, которое другим концом прям Водолей попадает. А Водолей — это партнеры, это страна. Водолей, приготовиться на выход с вещами. Карма ваша приходит за совершенные дела, и в том числе карма страны вот этой вот. То есть карма ее руководителям позорным, которые возомнили себя львами, но таковыми не являются, в общем-то, самозванцы. И карма, ну, то есть проигрывается как первый дом, так и седьмой. Если кто понимает, о чем я говорю. Кто не понимает, ну и не надо вам понимать. Все хотели быстрых денег, чего-то еще, но никто не хотел строить производство. Да никто не понимает простой вещи, что маленькая ползущая черепашка, тащащая на себе вот этот вот домик свой, она доползает все-таки. В отличие от всяких там бегающих, прыгающих зайцев, метущихся в разные стороны, там всяких хитрожопых вьюнов, гальюнов, рыб там и так далее. Ну, собственно, может быть, мой планируемый уезд, да, отсюда в некотором роде. Я честно говорю, я, конечно, дождемся 13-го, 11-го будет затмение, а 13-го пойдут уже процессы. Самый волшебный день. Все это мне напоминает, честно говорю, 91 год, только немножко с другой спецификой, да, если в 91-м перла демократизация, там тра-ля-ля, то сейчас идет закручивание гаек, налоговые всякие там, построение цифрового фашизма этого, да, и так далее. Но, тем не менее, качественно процесс заметен, что это переход именно качества. Ой, труселя убрать бы отсюда. Ну ладно, хрен с ними. Не мешают они. Это даже веселее. Это такой антураж, короче. Ой, блин. Солнце, зараза. В общем, ребятки, как говорится, приготовились. Экономики, если это можно назвать экономикой, приходит трындец. Наличных денег все меньше. Ну и отдельное спасибо всем людям, живущим в Москве, за то, что они приложили все силы, чтобы ухуячить, по-другому не скажешь, эту страну. Давайте, господа, получайте там свое счастье, большое и малое. Ну это гомлись. Я еще за что рад, что это затмение стороной все-таки Дальний Восток и Амурской области, и часть Якутии, оно так это, Сахалин, оно обошло. То есть у нас эти процессы как бы в меньшей степени разрушительные войны. Ну, собственно, это лишь говорит о том, что полюс экономический, политический переходит за Байкал сюда, на восток, Тихий океан, к нашим пирамидам поближе. Все, до свидания. С нами был Юрич. Вопросы не отвечу, лучше не задавайте, как в комментарии писать. Ну, пробежитесь по астрологическим передачкам, по политическим новостям, вы, в принципе, все поймете. По разгону
митинга в Сокольниках против пенсионной реформы, когда там просто людей похватали, посажали, которые разрешили запретить. То есть все вы, в принципе, видите. Поэтому, ну, думайте сами. Моя задача вот просто выпустить информационный сюжет, как бы обрисовать это все. Кто умный, тот в теме, короче. Давайте. Тут главное быстро сделать правильный выбор уже по ситуации, потому что ситуация практически уже неуправляемая. Так вот, государство пошло в разнос. Потому что управление с Вашингтона, вот этой территории, оно, в принципе, невозможно. Да его и не будет. Как не будет скоро и Вашингтона.